Сегодня праздник всех тех, кто считает чувашский язык родным. День национального языка отмечается в дату рождения известного просветителя и создателя новой чувашской азбуки Ивана Яковлева. Целый день в разных уголках столицы Чувашии проходили мероприятия, посвященные празднику. Возложили цветы и у памятника Яковлева. Красная гвоздика еще с 3 века до нашей эры считалась символом торжества и глубокого уважения. Ее дарят ветеранам войны, возлагают к памятникам великих людей. И именно ее принесли на флешмоб, посвященный 170-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева. Почтить память выдающегося человека. Ровно 170 лет назад на свет появился великий сын народов Поволжья, можно сказать. Иван Яковлев не только был просветителем чувашского народа, он был просветителем всех народов Поволжья. Открывал школы, столько делал для того времени. Чтить родную землю, служить отечеству и не забывать родного языка, завещал землякам Иван Яковлев. Разработав национальный алфавит, он, по сути, создал фундамент для развития целого народа. На чувашском языке говорят свыше 1 000 000 людей по всему свету. И наша задача не только сохранить культурное наследие, но и приумножить его.